Короче, вот спустился в туннель. Сейчас посмотреть хочу. Что тут интересного? Туннель идет, короче, в центре города. Выкопали яму 10-метровую. На площади фонтан делаем. В этой яме нашел туннель. Ну, он заваленный. Думал, куда-то идет. Вторая сторона. Раскопали. Там ничего нету. Но туннель старинный. Вроде бы как. Какая-то херня валяется. Вторая сторона завалена. Херня какая-то тоже. Во вторую сторону они завалили. Копали яму. Вот выход.